Меня зовут Евгений Ермолаев, я являюсь экспертом компании Pult.ru и расскажу вам сейчас об авторесивере Onkyo TXNR626. Onkyo 626 является средней моделью в модельном ряду производственной программы компании и является разумным симбиозом между ценой и качеством звука с количеством функций. Рассмотрим его поподробнее. Аппарат выполнен в классическом Onkyo дизайне, имеет серебристый цвет или черный на ваш выбор. А на передней панели мы видим достаточно интересное дизайнерское решение. Свойственно для аппарата Onkyo это посередине идет канавка, на которой расположены кнопки выбора конкретного входа. Соответственно, здесь же мы имеем очень интересную кнопку Pure Audio, то есть если вы хотите послушать компакт-диск или просто хорошую музыку, для того, чтобы отключить лишние цепи, мы можем воспользоваться этой возможностью, нажав просто всего лишь одну кнопку, а не мучаясь с какими-либо настройками. Имеется выход на наушники, а также с другой стороны мы видим один полноценный AV-вход, композитное видео и стерео аудио. Тут же расположен разъем USB для устройств на базе iOS, или же для каких-то портативных плееров, и гнездо для микрофона для автонастройки. Микрофон идет, естественно, в комплекте. Далее, этим устройством можно управлять, соответственно, с помощью различных iOS-устройств посредством подключения его к роутеру и, соответственно, с помощью специальной фирменной программы от Onkyo. На задней панели мы видим немалое количество разъемов. Здесь присутствуют как цифровые, это два коаксиальных, один оптический, так и, в общем-то, группа аналоговых разъемов. Обратите внимание, что на этом AV-ресивере имеется отдельный выход на зону 2, причем как предусиленный, так и полноценный усиленный. То есть мы можем просто подключить к нему пару колонок, увести их в другую комнату и обслуживать с помощью них, с помощью этого AV-ресивера уже две зоны. Для классической обычной системы 7.1 все винтовые зажимы для акустических систем имеют цветовую маркировку согласно европейским требованиям. Помимо этого, мы имеем весьма немалое количество входов HDMI, целых 6, и два выхода, один из них причем с функцией ARC, то есть возвратный аудиоканал. Сетевой кабель несъемный, но как бы чего требовать, если аппарат у нас относится к средней ценовой категории. Этот прекрасный AV-ресивер вы можете приобрести в нашем интернет-магазине pult.ru.